О, сделай-ка мне чай, а? Нифига ты молодец! А почему я-то все время делаю? Ты-то мне сделай хоть раз! Что начинается-то? Хорошо, давай так. Сначала ты мне сделаешь чай, а потом я тебе сделаю. Давай. На, чай. Ой, я не хочу уже, пей сам. Как хочешь. Ну вот и сделал себе чай, что ты? Ну ты лиса. Может, в ролевушечку? Давай. Кем ты хочешь, я стал? Я хочу, чтобы ты стал мужем на час. Не вопрос. Давай. Хозяйка, вызывали? Чего случилось? Ой, а вы знаете, у меня кран на кухне течет. Сейчас сделаем. Ну все. Течь устранил, теперь мы можем... Ой, знаете, у меня еще розетка искрит в комнате. Сейчас сделаем. Ага. Ну все, готово. Может быть, я зажгем... Я забыла, у меня еще вот машинку надо стиральную посмотреть. Ну все, отжимаю. Ой, спасибо может, большое. Выключатель у меня еще очень плохо работает на кухне. Все, готово. Ой, а вы знаете, у меня же еще кровать в комнате скрипит. Может быть, вы заодно и посмотрите? Да иди! Наигрался уже. Ну, хоть починил все. Что ты тут делаешь? Считаю. Что ты считаешь? Ну, вот смотри. В этом году я прошел 3286 километров. За это время у меня выбито 128 литров водки. Получается, мой расход 3,9 литра на 100 километров. Это превышает норму. В том году было 3,4. Надо косметики поменять.